Это мое царство. Оно твое. Ай, по-моему. А вы знали, ну просто, если кто-то, просто если кто-то из вас не играл в Resident Evil, я вам сейчас кое-что расскажу. Если чувак упал, он не умер. Я бы так сказал, нету трупа. Да. Нет, даже нет. Да, не нету трупа. Нету абсолютно аннигилированной массы. Он не умер. Да. И ты видишь, что эта масса аннигилирована. Вот если вот этого нет, ты не видишь, это нет. Да. Не. А в Resident Evil еще и какая-то масса может, блядь, тебя убить потом. Блядь, какая-то жвачка, нахуй, с зубами. Да. О, прикольно, он просто исчез. Серьезно? Как и выйдите врагов? Не, может он сейчас, ну, нападет откуда-то. Это чушь. Вот это чушь. Я ломал. Ну вот типа монстр такой. Я убежал. Выходи. Я не буду. Ты уже с другими сражался. Да выходи там. Я буду с тобой сражаться. Нет. Ты же других победил. Ты же нашел себе аптечки. Ты уже слишком сильный. Я не хочу. Зря. О, я представляю, как ты сейчас. У меня какая-то хуйня может размолотить. Так, аккуратненько убираем. Уберу сначала. Убираем, аккуратно. Так, поправляем. Забираемся. Чисто решил прочекать, как у него накачан предплечье. Да, такой... Блядь, ну вроде нормально, кстати. Как, ну-ка, подходи, чему? Сначала я думал, что это проклятие, но потом понял. Это дар. Он как будто, знаешь, его... Руки-базуки. Полез нахуй. Сначала я думал, что это проклятие, но потом понял. Это дар. Это дар! Блядь! Окей. Начальник помог мне открыть глаза.